Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще, в нашей стране. В банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать. Вранье, оно, может быть, кого-то может отмазать, кому-то продлить срок службы, да, как гаджету какому-нибудь. Но вранье всегда ведет к неправильным решениям. А неправильные решения всегда ведут к потерям, и часто к необратимым потерям. Поэтому вот всю эту неделю, когда ситуация такая тяжелая, у меня в голове одна песня. Помните эту песню? «Будённый наш братишка, с нами весь народ. Приказ голов не вешать, идти вперед». И это то, что, безусловно, уготовано нам в будущем, если мы дадим заднюю. Мы готовы так жить? Канал творчества, хороводного творчества, это канал фундаментальный. По телевизору надо показывать хороводы, по радио надо петь хороводы. В школах и в институтах надо обучать искусство вождения хороводов и объяснять, что речь идет о обряде. И вот и это то, что, безусловно, уготовано нам в будущем, если мы дадим заднюю. Мы готовы так жить? Каналы творчества, хороводного творчества, это канал фундаментальный. По телевизору надо показывать хороводы, по радио надо петь хороводы. А в школах и в институтах надо обучать искусство вождения хороводов и объяснять, что речь идет о обряде. И вот и это то, что, безусловно, уготовано нам в будущем, если мы дадим заднюю. Мы готовы так жить? Канал творчества, хороводного творчества, это канал фундаментальный. По телевизору надо показывать хороводы, по радио надо петь хороводы. А в школах и в институтах надо обучать искусство вождения хороводов и объяснять, что речь идет о обряде. И вот и это то, что, безусловно, уготовано нам в будущем, если мы дадим заднюю. Мы готовы так жить? Мы готовы так жить? Мы готовы так жить? Телевизор надо показывать хороводы, по радио надо петь хороводы, а в школах и в институтах надо обучать искусство вождения хороводов и объяснять, что речь идет о обряде. И вот мы готовы так жить. Мы готовы так жить.